Ребятами, как здоровье, добро пожаловать в Roblox, и сегодня мы с вами поиграем в новый режим под названием Мир Села. Да, друзья, это новый мир шопинга, куда мы с вами пришли пошопиться в роли мамы, выбрать одежду своему малышу, но что-то пошло не так. Теперь мы должны бегать по всему магазину и пытаться поймать своих маленьких монстров. Кстати, здесь можно играть как и за маму, так и за маленьких монстров, то есть за самих себя, ребята, маленьких, непослушных. А еще, ребята, здесь можно покупать способности типа слайма, подсветки, невидимости и даже питомца Вигги, ребят. Посмотрите, насколько он милый. У него есть пассивка, ходит с игроком и дает дополнительную жизнь 3 раза в сутки. О-о-о, вот это офигенно! Кстати, посмотрите, здесь можно покупать новые футболочки с аэропринтом. Знаете, что такое аэропринт? Ребята, это когда наводите на футболку камеру телефона, и она реально оживает. Кстати, все вот эти футболочки вы можете покупать в настоящем магазине Села или у них на сайте. Короче, ссылочка на этот режим есть в описании. Сейчас мы с вами пойдем зарабатывать, конечно же, денежки. Кстати, еще забыл посмотреть. Здесь есть лимитированные UGC предметы. Смотрите, шапка Вигги. Тут нужно выполнять задание. Есть, смотрите, рюкзак. И вот это худи, блин. Какая же она офигенная. Ребятушки, смотрите, у меня здесь есть какая-то награда. Я получаю приз. И давай сюда. 150 есть. У нас можно зарабатывать очки и можно зарабатывать валюту. Это, ребята, так, 2 штучки я уже получил. И смотрите, что мы делаем. Ребят, ссылка на режим есть в описании. Напоминаю, залетайте, поиграйте вместе со мной, потому что сегодня я буду целый день играть в этот режим. Сейчас я хочу сыграть в роли мамы. Мы с вами должны поймать всех монстров, ребята. Опачки, раунд начался. Есть способности. Монстры собирают игрушки, а мамы ловят монстров. Посмотрим, что же сейчас произойдет. Слушайте, режим реально максимально офигенно красивый. Даже само лобби просто бомбическое. Итак, мир Села. Мы находимся с вами в настоящем магазине Селы. Должны с вами поймать маленьких монстров. Вот они. И стоять. Это мы можем включать камеру. У меня футболка Села. И у меня есть конфетки. Смотрите, я бросаю конфетку. Это получается приманка. Стоять. Нифига себе. Разлил целую лужу, и это была подстава. Так, копочки. Поймал. Кушает брокколи. Ребята, это наказание. Он кушает брокколи. Я должен его держать. Так, все. Одного монстра поймали. Где еще у нас? Так, подожди. Он освободился? Нет. Где-то здесь еще монстр. Нужно найти маленьких монстров. Еще где-то бегают двое. Ребят, смотри, игрушечка, опачки, а маленькие монстры должны ее собирать, то есть мы можем с вами найти где-то вот здесь этого маленького. Так, погоди-ка, что, освободился? О, смотри, освободился! Тихо. Опа, поймал, есть, еще одно поймал. Так, подожди, я сейчас буду бросаться конфеты. На нафиг, опа, стоять, еще один поймал. Так, двоих поймал, третий, смотри, у него есть... Нифига себе, он поставил для меня ловушку. Так, все, мы 3 поймали. Ну что, мамы победили? Ребята, мамы победили! Смотрите, мы с вами заработали немножко валюты. Мамы поймали всех монстров. Красота. У нас есть 280 монеточек. Нам нужно будет пособирать еще. Способность будет доступна в магазине. Смотрите, чтобы купить вот эту способность, нужно собрать 650 целиков, чтобы вот эту 1100. Здесь 15 тысяч, а здесь, ребята, 2000. Ну что, я думаю, можно еще разок сыграть за монстра. Через несколько секунд у нас начнется новый раунд, и мы пойдем гонять. Блин, слушайте, реально, вот такие же настоящие магазины есть в реальной жизни. Называется Села. Так, подожди, где мои маленькие... Так, подожди, нас же не должны поймать. Так, подожди, я кого-то слышал. Тихо. Примерочная. Опа. Мамашка. Нет! Нифига, меня только что током долбануло. Во, я вижу, ребята, игрушку. Я побежал. До свидания. Так, я собрал.
лужу, ружно, на нафиг! Да нет! Мама тебя поймала и заставила есть брокколи! Двоих уже поймали, нифига себе! Мне нужно есть брокколи несколько секунд. Если поймают последнего, мы проиграли. Я должен вырваться, пожалуйста. Все, отлично. Отлично, я сбежал. Я съел брокколи, это было наказание. Дальше мы должны собирать с вами игрушки. Где еще есть игрушки? А, так, погоди, нужно себе. Нужно, ребята, подожди, тихонечко. Оп, а к лужу! Да блин! Меня опять заставили есть брокколи! Сколько можно? Так, тихо, со мной следят. Нужно найти игрушку. Нужно собрать все игрушки. Где-то спрятана еще одна игрушка. Чувак, беги, давай. Так, если его поймают... Да нет! Нас всех поймали, серьезно! Мы одну игрушку не смогли поймать. Слушайте, мамы поймали всех монстров. Ребята, мне нужно заработать как-то денег. Награда. Сейчас я соберу, ребят, награду, и у меня появятся деньги. A few minutes later. Посмотрите, что мы с вами сейчас делаем, ребята. Смотрите, я хочу купить себе, во-первых, какую-то офигенную футболку. Я уже говорил, такие футболки есть в настоящем магазине Сэлла. Или у них на сайте. Все ссылочки будут в описании. Вот это офигенная, ребята, футболка. Так, я хочу себе вот эту купить футболочку. Все. Ура, покупка совершенно успешна. Отлично, ребята, смотрите. Я могу вот эту футболочку себе одеть. И возможно... Давай. Посмотри. Я нацепил ее прямо на свой картон. Мы можем купить себе слайм, ребята. О, у меня есть слайм. Дальше, я хочу купить себе подсветку. Смотрите, у нас с вами теперь есть способность... ловушка, подсветка. Подсветить монстра вокруг на небольшое время. Работает сквозь стены. Так, я хочу одеть себе способность успешно экипирована. Так, камеру мне не нужно. Я хочу купить себе невидимость. Ребята, подожди, или я хочу купить себе Виги. Я хочу купить себе Виги, я хочу себе питомца. Ребята, где мой питомчик, подожди. Петы, вот он, красавчик, ребят. Ой, все, он со мной, посмотри, какой мило. А, какой милый, ребята. У него тоже есть Виги. Так, ребят, ну что, я пойду играть теперь что, за мамашку? Давайте, я еще разочек хочу сыграть за мамашку. Блин, посмотрите, насколько красивая эта карта. Просто офигенно. Я, кстати, в модной футболке. Я в моднявой футболке. Теперь я готов просто ловить всех малышей. До раунда остается несколько секунд. И я готов. И я готов, ребята. Кстати, максимальный уровень здесь 10. И... Так, подожди. Где? Где монстры? Подожди. То есть я могу сейчас вот здесь нажать вот так вот Е. О, смотри, они все там! Они все там бегают! А ну-ка стоять. Ага. Нифига бросился. Так, где-то здесь мелкий. Где-то мелкий карапуз. Погодите-ка. Освободить монстров. Подожди. Так, давай. Конфетку. Опа. Попались. Сразу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мы поймали двоих сразу, ребята. Где еще один? Этот кушает. А куда убежал? Куда еще один убежал? Так, они здесь могут освободить монстров. Тихо, подожди. Мне нужно, ребята, если что, посмотреть, где они. Так, суперспособность активировали. Опачки, ребята, подождите-ка. Мы сейчас вот здесь поставим кое-что. Бросили конфетку. Сколько остается? Они все освободились. Стоять. Хорошо, поймали еще одно. Кто-то, может быть, из них в раздевалке спрятался? Есть такие хитрюги? Есть такие хитрюги в раздевалках, которые прячутся? Стоять, поймал одного. Этот дальше кушает брокколи. Все, мы проиграли. Они собрали всех монстров. Прикиньте, монстры собрали все игрушки и убежали. Так, я хочу теперь играть за монстров. Я, конечно, все понимаю, но теперь я хочу сыграть за монстров. Так, каждый день можно, кстати, получать целики. За те самые, которые можно тратить на футболочки в игре. Здесь можно покупать даже способности. Все, я теперь буду монстром. Кстати, посмотри на карту, какая офигенная. А, ребята, вот здесь есть еще таблица. Я на первом месте, ребята. Кто сможет побить мой рекорд? Я топ-1 сейчас мира по сезонным очкам. Ребята, кто сможет побить мой рекорд? Давайте посмотрим. Посмотрим, кто из вас сможет побить мой рекорд. Я сейчас реально топ-1. Вообще, лучший игрок мира Сэлла, ребят. Чем дольше вы находитесь в игре, тем больше получаете всяких наград. Я буду маленьким монстром. Знаете, что я забыл? Я забыл купить себе невидимость. А, невидимость стоит 2000. Я не купила. Так, у нас остается 7 игрушек. Одну мы нашли с вами. Так, игрушечку нашли. Главное не попасться мамкам. Так, 2 игрушечки. Еще 5 игрушек. То есть я уже 2... Нифига мне. Так, лужа. Лужа готова. На нафиг! Меня... Я тоже упал. Нет. Отстаньте от меня, пожалуйста. Не надо. Так, там мамашка. Так, тихо. Я убежал. За мной погоня. Что, все? Что вы?
Победа! Победа! Мы собрали всех монстров! Пока они бегали за мной, мы собрали! Моя команда собрала все игрушки! Красавчики! Так еще, если несколько раз я сыграю, мы заработаем и купим себе невидимость! Но, ребята, давайте мы оставим это на следующую серию! Ну а вы, залетайте ко мне в эту игру по ссылочке в описании! Я буду всех вас ждать именно сегодня, завтра, послезавтра, потому что игра реально очень милая, прикольная, офигенная! Поэтому лайк, подписка, колокольчик! До встречи в новой серии! Покедова!